Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тукамп, наш новый видеообзор кресла походного складного от компании Rokon. Кресло называется КС. Вес кресла 3,7 кг. Идет в комплектации с удобным чехлом, который можно повесить на плечо. Сейчас мы посмотрим, как это кресло у нас разбирается и собирается. Вынимаем из чехла и просто растягиваем ручки в стороны. Все, кресло готово к эксплуатации. Вот. Это кресло хорошо чем? У него очень высокая спинка, мягкая. Не из простой ткани, а простеганная и более комфортная за счет этого получается. Есть подлокотники. Подлокотники. В одном из подлокотников есть термоотделение, куда можно поставить чай, кофе, ну или другие напитки. Пауза. Это кресло еще удобно тем, что у него очень высокая спинка. Даже при моем росте 184 сантиметра я могу спокойно полностью откинуться, и голова будет у нас поддерживаться. Сейчас мы посмотрим размеры этого кресла. Внутри у нас кресло получается 57 сантиметров. По глубине у нас кресло получается 54 сантиметра. Высота до сидения у нас получается 45 сантиметров. Высота спинки получается 110 сантиметров. Трубки каркаса стальные. Диаметр трубок у нас получается 18 мм. Ну, за исключением вот этих двух опорных трубок, которые диаметр 16 мм идет. В принципе, кресло очень надежное. Я сам лично использую это кресло уже больше 2 лет. Очень удобная, компактная конструкция, которая легко и быстро собирается и разбирается. Материал кресла, полиэстеровая ткань 600. Материал кресла полиэстер 600D. Она легко моется, чистится, вот, плохо пачкается. Вот. Интернет-магазин Tukamp. Меня зовут Арсений. Рекомендую.